Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шоу Стрибум. Не знаете, что приготовить на ужин? Друзья, я сейчас поделюсь с вами интереснейшим рецептом приготовления вкусного ужина. Начинаем готовить, поехали. Первым делом займемся луком. Лук нарезаем классически кубиком. Я беру свиной фарш, здесь 0,5 килограмма. Можно также взять говяжий, куриный, какой у вас есть. И отправляю к нему мелко нарезанный лук. Добавляю по вкусу черный перец, свежемолотый. И соль. И хорошенечко нужно перемешать. Теперь формируем маленькие котлетки. Мясные шарики готовы, отправляем их жарить. Отправляем сковородку на плиту, добавляем небольшое количество подсолнечного масла. Мясные шарики нам нужно обжарить со всех сторон. Также понадобится еще одна луковица для обжарки с грибами. Также нарезаем кубиком. Тут можно покрупнее. Если у вас вот такие вот мелкие грибочки, их резать не нужно. А если вот такой вот крупный, нужно их порезать на 4 части. Беру вторую сковороду, отправляю на огонь, добавляю чуть-чуть подсолнечного масла и отправляем жарить лук. Лук слегка обжарился, отправляем грибы. И заливаю это все сметаной. Тушим минут 7. Перчим по вкусу. И также солим. Мясные шарики я отправил сразу в форму для запекания. И сверху отправляем наши грибочки в сливочном вкусном соусе. Распределяем грибочки, соус. Накрываю это все тестом бездрожжевым. Прижимаем края. Все, отправляем в форму. Все отправил в духовку, выпекать буду при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут. Все зависит от вашей духовки, друзья. Нам нужно, чтобы тесто образовалось красивой золотистой корочкой, ну и внутри, конечно, дошло то, что у нас вроде как не приготовилось в сковороде, но на самом деле на сковороде оно уже все готово, там буквально не хватает вот именно вот этой вот ароматности, пышности, сочности. Это все сейчас будет происходить под тестом в форме. Друзья, дожидаемся и будем пробовать. Не все еще знают, что у меня есть второй канал под названием Шустрый Микс. Я всегда ссылочку оставляю под видео. Друзья, я там готовлю очень вкусные соусы, заправки, специи и даже очень вкусные напитки. Друзья, проходим, кому интересно. Ну и, конечно же, подписываемся. Yeah.
что, друзья, пробуем. Очень вкусно, очень сочно. Пробуем мясные котлетки. Это реально очень вкусно, друзья. Очень сочно, очень ароматно, просто и красиво. Друзья, кому понравилось, конечно же, ставим лайки, подписываемся и делимся с друзьями. Не забываем комментировать. До следующего видео. Всем пока.